И мы вам покажем, как у нас проходит день рождения тети Марии. Да. Все, девочки, зашла я в долину цветов, купила там сестрички розочки. У нее день рождения 11 числа, но поэтому я взяла 11. Я хочу, чтобы Настя их подарила. Насте, наверное, приятно будет, понравится подарить цветочки. В общем, девочки, думала, краситься, не краситься, но решила, раз уж мы в кафе будем отмечать, все нарядные придут. Думаю, ладно, уже, в общем, вечер потерплю я в косметике. Давно не красилась уже, честно говоря, но такой вот сделала небольшой макияж. В общем, вроде бы ничего. Приоделась, сейчас Настя снимет меня, я вам покажу, как я оделась. Вот такая вот я сегодня, девочки. Как вам мой прикид? Настя, тебе нравится? Да. Как бабушка выглядит? Современно, стильно, да? Модно? Белая, да. Сумочка у меня еще. На улице жарко, я решила легко одеться. Ну, кофточку с собой взяла, блузочку. Настя у нас тоже на стиле. Вот, розовенькая блузочка. И у нее кроссовочки тоже там с розовеньким. В общем, классно, классно. Да. Ну, все, скоро выходим. Я желаю тебе, чтобы все-все сбывалось. Я тебя поздравляю с днем рождения, чтобы все было хорошо, чтобы ты была красивой. И все-все тебя любили. Самое главное, чтобы ты не болела. А ты записала все, что она сказала? А мы прорепетировали дома, да. Да ты что, ну надо было, она сейчас так старалась, моя девочка. Ну все. Умничка, поезд ушел. Проехали. Ты... Поздравляем. Здрасте, тебя, сестричка. Люди, красотка. Вот еще обезьянка. Да, еще одна. Да. Дыня, дыня, все здесь. Дыня. Молодцы, мои колесики. Ой, скажи, как Настя, так и я. А так бы не поцеловал. Именинница вышла встречать нас на улицу. На улице погода отличная. Мы прям раздетые, даже кофты не одели. О, мы в караоке пришли, а тут музыка играет. Буду без звука нарезку просто делать. Вот такой стол. Говори, говори. Да, же молодая, красивая, здоровая спортсменка, комсомолка, красавица. О, ты снимаешь? Давайте, давайте. Ура! 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 Да! Да! Все, тут у нас караоке, тут музыка. Так что улетаю? Сейчас не знаю. Попробую. Мы сейчас петь снимать будем. Да, будешь снимать. Аня,
Опа! Не толкайте оператора! Спасибо.
Синяя, красная, голубая. А это видео? Это понятно. А что? Девочки мои, только приехала домой с дня рождения, ой, устала. Но правда, здорово, навеселились, пели, плясали. Во-первых, я не знала, что это будет караоке. Сестра говорила, что в кафе, но про караоке она ничего не говорила. Не ожидала я, что я там что-нибудь спою, ну, когда все поют. Тем более, еще сегодня, оказывается, День города. Я как-то так пропустила этот момент, я не знала, что это сегодня. И, в общем, люди веселились, и еще там были именинники. В общем, короче говоря, народу понабежало много уже потом. И, в общем, две мужские компании рядом с нами гуляли, и они там пели все мужские такие песни, что тут уже хочешь, не хочешь, а запоешь. Надо хоть немножко женским голосом разбавить было их мужские песни. Вот. Ну, а так в целом все хорошо. Собрались с семьей, повеселились, попели, потанцевали. Особо пообщаться, конечно, нам не удалось, потому что шумно очень. Иногда выходили там на улицу немножко поболтать. Но, тем не менее, все равно то, что мы встретились, то, что мы повеселились, это здорово, замечательно и все. В общем, короче говоря, я сегодня за целый день очень сильно устала, целый день с Настей была, то на тренировку, то туда, то сюда, и потом вечером уже я не ожидала от себя, что меня на все это дело хватит. Но ничего, хватило, в общем, до дома доползла. Завтра буду целый день отдыхать, ничего не буду делать. Вот, на этом хочу, девочки, с вами попрощаться. Я еще думаю, что, скорее всего, я это видео разобью на две части. Наверное, первую часть, где мы с Настей, я выпущу как отдельное видео. И следом вторую часть, как продолжение, это будет вот это уже день рождения сестры. Скорее всего, я сделаю так. Я еще не знаю, что я там понаснимала. В общем, я уже снимала, вот непонятно как. Очень как-то там неудобно, темно и шумно. И где-то я буду, наверное, может быть, какие-то там вставки. В общем, даже не знаю, как я буду монтировать это видео, что там получится, что не знаю. Так что не судите строго, девочки, как получилось, так получилось, как смогла снять, так и сняла. В общем, на этом я хочу с вами прощаться, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И спокойной ночи, до новых встреч с вами. Пока-пока.